Михаил, как известно, тоже первый раз в Бразилии. Как вам страна? Как прошел УТС? Как подготовка? Какие планы? Все прошло хорошо. УТС прошел плодотворно. Тренировались много, усердно. Тренировки были с хорошей нагрузкой. Лично мне по душе такая нагрузка. Работали как над силовой выносливостью, так и в тренажерном зале, и с мячами. Страна Бразилия гостеприимная, добродушные люди, отзывчивые, приятные. Все поют, все довольны, все радостны, счастливы. Если не секрет, какие премиальные были обещаны, или это коммерческая тайна? По поводу этого еще как бы никто ничего не говорил. Да это в принципе и не важно, главное выиграть титул, защитить его, а остальное, я думаю, это уже посредственно. Спасибо, удачи. Спасибо вам.